это признание для одной из самых красивейших девушек город Талкурган. Я не знаю даже, что даже добавить. Я не знаю, это даже можно сказать, не описать словами. Завещание, красивые глаза. Не знаю, вот прям глаза прям меня вдохновили полностью, по идее. У нее красивая улыбка. Даже смех, наверное, темышный. Когда даже я смотрю на ее еще фотографии, я аж немного радуюсь, что ли, можно так сказать. А когда я даже с ней переписываюсь, я несу всякую чушь, лишь бы, чтобы она мне отвечала. Когда даже я с ней общаюсь, мое сердце начинает биться быстрее. Это такой кайф. Аж мурашки по коже. Даже если бы она со мной была бы, я бы для нее все делал бы. Любил бы, защищал бы. И что самое главное, уважал бы. Она для меня стала настолько дорога, что, блин, я даже не знаю даже. Если перестану даже с ней общаться, это будет, наверное, самый тяжелейший момент в моей, может, жизни. Я, да, понимаю то, что в жизни все кончается, но все же это будет для меня тяжело. Это будет полный отстой, я вам так скажу. Ее зовут Мадина. Она учится в медицинском колледже. Перешла в третий курс. По фамилии ее Сейдахмет. Я бы хотел бы узнать о тебе больше. Еще больше. До безграничности. Мадина, ты мне очень сильно нравишься.